Но если здесь незаконный янтарь, то в Кременчуге львовский мусор. Наказать виновных в распространении отходов требуют депутаты местного горсовета. Обращение к премьеру, главе МВД, генпрокурору они приняли сегодня во время сессии. Депутаты настаивают, чтобы власти Львова и области наконец-то определились со строительством полигона и мусороперерабатывающего завода. Напомню, вчера неподалеку от Кременчуга полиция остановила 7 машин с отходами из Львова. 2 из них уже успели разгрузиться на берегу Днепра. Позднее вечером были задержаны еще 4 грузовика, и еще 8 были задержаны утром.